Всем привет, с вами Визор. Сегодня я буду делать обзор на мой Индоскут. Индоскут зеленый 670. Давайте начнем с деки. Дека зеленая, обычная. Тут нарисована Индо. Так, потом рулевая, обычная тоже. И руль. Так. Тут наклейка сердца самоката. Индо и комета. Если что, наклейка Индо идет с Индоскутом. Тут тоже нарисовано Индо. И на грипсах тоже нарисовано Индо. И тут баренды. Тут тоже Индо нарисовано. Мне они нравятся, хорошие. Ну и тут тоже. Тут тоже нарисовано Индо. Ну, и давайте я вам покажу пару трючков. Так. Давайте. Вип. Хил. Барчик. И давайте два випа. Сделал. И два бара попробуем. Сразу говорю, они нестабильно, может не получиться. Давайте попробуем. О, ну нормально. В принципе. И давайте я попробую ротервик. Тоже нестабильно и может не получиться. Пробую. Блин. Давайте еще одну попыточку. О. В принципе, нормально. Ну, все. Всем пока.